И вы на канале Алина Фанига. И по просьбе подписчицы она попросила взять бумажных питомцев, собачек. И я решила воплотить эту идею в реальность. А вот и наши долгожданные питомчики. Куки, она очень любит печеньки. И Луна, наша модница. Куки, уже по названию видно, что печеньки. Она любит печеньки, она по цвету как печенька. Вот у нее даже есть игрушка печенька и есть еда печенька. Вот. А Луна наша модница. У нее есть духи и расческа и куча крутых нарядов. Ну а чтобы не пропустить, как я их буду одевать, прихорашивать, и у них даже есть комнатки, так что не пропустите все самое крутое в конце. Их надо, конечно же, обскочить и вырезать. Но сейчас я это все сделаю, а вы не переключайтесь. Вот такие вот две собачки у нас получились. Луна и Куки. Какие же они красивые. Ну давайте же их прихорошим. Начну с Луны. Вначале давайте ее покормим. Начну с кружочков. Барк. Окей, очень нравится. Смотрите, какие глазки довольные. Так, что у нас дальше? Так. Это Гудлис. Это у нас как паштет. Ей тоже очень сильно понравилось. А дальше самое последнее на десерт. Это вот такие вот косточки. На упаковке даже нарисовано сердечко. Десерт был очень вкусный. Еще тут лежат у каждой из собачек подушечки. Но я потом в конце видео положу подушечки в их комнатушки, так что не пропустите. Дальше. Теперь давайте же расчешем ее. Чик-чик. У нее очень густая шерсть. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, давайте же теперь ее оденем, а потом в конце пшикнем духами. Так, вот такая вот одежда. Это курточка с капюшончиком. Вот, какая она красивая в ней. Давайте же примерим следующий наряд. Так, сейчас, о, ложим. Дальше у нас шапочка. Вот так вот. Шапочка. И кофточка. Вот. Мне кажется, розовый цвет ей к лицу. Теперь вот такой вот нарядик с бабочками. Ой, отлетела. Вот. Теперь вот это розово-голубой нарядик. Вот. Тут уже юбочка с вот такой вот маечкой. Ну или свитерок. Вроде свитерочек. Все. Вот так вот. В кепочке. С таким нарядиком. А тут две бабочки. Такие милые. Давайте же наконец-то ее попшикаем. Так вот. Чик-чик-чик-чик-чик. Будет вкусно пахнуть. Все растерем, чтобы везде пахло. В ручках. Везде. Все, теперь она очень вкусно пахнет. Давайте же дадим ей ее игрушечку. Вот. Это вот такая вот мышка в платьице. Так. Вот.
Луну положим вот здесь. Все, пусть сидит. Милашка. У нее такие радостные глазки. Теперь давайте же Куки. Так, вначале давайте ее тоже покормим. Вот это у нее паштет такой вот. Раскручиваем крышечку. Чик-чик, и начинаем кормить. Ой, слетела Луна. Прости. Давай дальше. Ей очень понравился паштет. Дальше. Это корм. Так. И печенюшки. Откручиваем. И даем печенюшек Куки. У нее есть даже подушечка с печенечкой. Вот. Она довольна. Теперь давайте же она повеселится и поиграет в свою игру косточку. Так. Играет. Она играет. Все. Игра окончена. Давайте мы ее приоденем. Вот ее два наряда. Начну с голубого. Вот. Так, и шапочку. Вот. Такой вот миленький наряд. Тут есть даже ошейник маленький. Давайте же ее переоденем. Чик. Сейчас открепим. Вот. А теперь фиолетовый наряд. Вот. Так, сейчас приклеим так, чтобы не было видно заколочек. Вот. Шляпка и ее нарядик. Тут две маршмеллоу, очень миленькие. Ну, так как она не расчесанная и даже не попшиканная, Луна хочет поделиться. Сейчас мы ее тоже расчешем. Ее ушки. Все. А теперь попшикаем. У них будет одинаковый запах. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Растираем. Так. Растираем. И теперь даем любимую игрушечку. Но если она еще раз захочет поиграть в косточку, она всегда будет лежать. Они, кстати, могут вместе поиграть. Давайте. Не играют. И кто же выиграл? И выиграла дружба. Все, игра окончена. Вот какие у нас хорошенькие, миленькие и добренькие собачки. Вот такие вот две комнатки у нас. Комнатка Луны в розовом цвете, тут даже так и написано. И комнатка Куки в голубом цвете. Давайте же будем оформлять эти комнатки. Начну с первого этажа, комнатки Куки. Поставим подушечки. Сюда одну. И вот сюда другую. Сейчас я хочу положить сюда Куки, чтобы она отдыхала. Но вначале надо ее раздеть. Так. Вот, вначале ее капелюх. Вот сюда ее шапочку. Игрушечку. И в
свитерочек. Положим его сюда. Во. И свитерочек. И тут даже мелким шрифтом написано Made with любовь. То есть сделано с любовью. Ее лежаночка. Давайте дальше положим ее одежду. Вот такой голубенький наряд, шапочка. И костюмчик. Дальше ее косточку, игру. И ее еду. Паштет. Ой. Паштет такой маленький, но очень вкусный. И вот такой вот корм. Все. Теперь будем оформлять комнатку Луны. Давайте же опять положим подушечки. Я хочу начать с этой. Вот сюда положить. И вторую вот сюда. Будем тоже ложить Луну. Но вначале мы ее разденем. Шапочка. И игрушечка. Вот сюда ее положим сейчас. И вот ее нарядик. Вот сюда. Дальше будем другие нарядики. Вот шапочка. Берем вот этот вот нарядик. Опа. Вот сюда. И берем костюмчик. Вот сюда. Дальше будем расчесочку брать. Вот сюда расчесочку. И иду за духами. Вот духи. Сюда. А теперь кармы. Начну с вот этого вот. Дальше. Вот такой вот парк. И косточки. Вот такие вот две комнатушки получились. Полюбуйтесь, какие же они милые и красивые. Какой питомец вам понравился больше всего? Луна или Коки? Напишите в комментариях. Ну а на этом все. Всем пока-пока. До скорых встреч.